лучше не шариться нигде. Лишний раз, лишний раз. Лучше не шариться нигде. Если только сдохнет Гизел. Лишний раз, особенно с доктором Гизель, он настольный дикобраз. Теперь порисовать пейзаж из готики. Но в любом случае ты бежишь. Шестая стена.
5 минут я встаю. А скидки еще тяжелее играть. Вот это вот самое сложное, что когда пальцы сюда, это долго. Ну, что ты так?
Я, конечно, не обращаю внимания на то, что шестая дребезжит, и стараюсь, главное, чтобы что-то пятое не дребезжало. Потому что шестая немножко сильнее дребезжит. Ну, сейчас. Четвертая дребезжала. Нет, что я дребезжу себя. Пробую, можно быстрее. А зачем торопиться? Thank you.
постоянно вот так зажимаешь. Шестая дребезжит. Раньше вообще повредились. Получается, у меня 2 часа без перерыва не играет. Рисовать. Сейчас порисовать. Рисовать. Да. Надо идти. Мама не позволяет рисовать. Я буду рисовать. Я не хочу делать зарисовки. Хочу в цвет. Сейчас я буду рисовать, приду, буду рисовать, мама будет на меня орать, вы увидите, как относится, как ко мне относится к искусству. Надо мне красками рисовать. Попробуй красками. Пришлите мне краски.